Ну а сейчас к новостям спорта. Казахстанец Сайрам Кез Акмолда завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, в рывке поднял 126 килограммов, а в толчке 166. В сумме двух упражнений он показал 292 килограмма. Лунара, я представить себе не могу, такие веса. Что позволило, в свою очередь, занять второе место. К эфиру со своей рубрикой «Спорт Лайф» присоединяется наш не менее тяжелоатлетический ведущий. Главный спортсмен, напоминаю, 24КЗ Алишер Накипов. Итак, коллега, кто стал победителем в этой весовой категории? Приветствую, коллеги. Раз наш спортсмен занял второе место, что за дела? Да, хотел бы отметить, что золото завоевал Ри Вон Джи Искендер. В общей сложности он поднял 317 килограммов. Бронзу у Травата Радфета из Таиланда 286 килограммов. Вот такие вот веса. Отмечу, что на чемпионате Азии распределяются рейтинговые очки для участия на летней Олимпиаде в Париже. Первенство продлится до 10 февраля. В нем принимают участие 192 атлета из 34 стран. Избран новый глава Федерации бокса Казахстана. Пост занял предприниматель Шахмурат Муталиб. Он сменил на этой должности Кенеса Ракишева. Избрание нового главы Федерации состоялось на годовой конференции, где подводили итоги работы за прошедший год и заслушанные отчеты главных тренеров мужской и женской сборных по боксу. В своем первом обращении Шахмурат Муталиб выразил благодарность за оказанное ему доверие и подчеркнул свою готовность к сотрудничеству с членами ассоциации. Накануне важных стартов этого года перед командой стоит одна задача. Со своей стороны мы продолжим начатую работу по обеспечению всех необходимых условий для подготовки. Уверен, что совместными усилиями мы сможем укрепить позиции отечественного бокса на мировой спортивной арене, заявил новый глава федерации. Принимая возлагаемую на меня ответственность, сделаю все возможное для дальнейшего развития казахстанского бокса, всесторонней поддержки и защиты интересов наших спортсменов, усиления роли Казахстанской Федерации бокса как внутри страны, так и за ее пределами. Первый чемпион мира в истории Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан выступил на первенстве страны в новом для себя весе. 19-летний Айтмухан дошел до финала весовой категории до 97 килограммов, где встретился с опытным Алишером Ергали. В схватке, которая получилась очень зрелищной, победу одержал Ергали и стал чемпионом Казахстана. Ризабек не сумел выполнить бросок в конце схватки и упустил победу. Напомню, в прошлом году в Белграде Айтмухан стал чемпионом мира весовой категории до 92 килограммов, однако эта категория не входит в программу Олимпийских игр. Поэтому спортсмен поднялся на категорию выше. Отмечу, что Ергали является четырехкратным призером чемпионатов Азии. Значимость данного чемпионата, конечно же, является то, что по итогу и результатам данного чемпионата будет сформирована национальная сборная команда, которая уже дальше будет вести свою подготовку к основным стартам 2024 года. Это, конечно же, лицензионные рейтинговые турниры и главный старт четырехлетия Олимпийские игры в Париже. Для тренерского штаба это просмотреть всех спортсменов. Тот, кто добавил за последний год своих результатов, кто-то, может, наоборот, где-то не смог реализовать себя полностью. Казахстанский теннисист Александр Шевченко, перешедший под флаг Казахстана, успешно стартовал на турнире в Марселе. В первом круге он встретился с французом Бенджамином Бонди и победил его в двух сетах 7-6-6-4 в 1/8 финала. Шевченко сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Восьмое место в рейтинге ATP, который является главным фаворитом турнира. Он посеян под первым номером. К слову, именно Хуркач является действующим чемпионом. В этом году призовой фонд турнира в Марселе составляет более 800 тысяч евро. Победитель соревнований заработает свыше 110 тысяч, а также получит 250 рейтинговых очков. Коллеги, хотел бы вернуться к Ризабеку Айтмухану. Как мы видим, по всей видимости, повышение весовой категории дается ему не так-то просто. Но я надеюсь, что он и его команда извлекут все необходимые уроки и на более крупных соревнованиях он выступит более успешно.
Это просто уникальный спортсмен. На протяжении короткого времени он делает поразительные, сенсационные результаты. Мы желаем ему только успехов, удачи и надеемся, что однажды ты приведешь его к нам в студию, и мы поговорим тет-а-тет. Болеем за него, надеемся на победу. Спасибо, Алишер. Это был наш коллега Алишер Накипов с рубрикой «Спорт Лайф». Мы продолжаем.